Добрый день, YouTube канал, мои подписчики, мои дорогие друзья. Я продолжаю обзор прогулочных мест, паркотерапию в Тропаревском парке. Вот есть такие очень оригинальные, необычные скамейки, прямо как у Бабы-Ёшки, что-то такое необычное. Любопытно, как они переплели это все друг с другом. Явно это живые ветки. Но это соединено каким-то еще гипсом или гипсокартоном. Ну, в смысле, какими-то специальными материалами. Сложно сказать. Но в саду вот у себя точно такую штуку можно сделать. Вот. Здесь такая штучка для мусора, для воды. И эта аллея называется Яблоневая. На той скамеечке сидит бабушка, настоящая бабаёшка с палкой. Такая старая. Вот. А эта аллея называется Яблоневая. ЛЗ Тропарёвский. Каждый год в конце весны нас ожидает одно из самых волнующих зрелищ в нашем городе. Белыми розовыми кружевами одеваются яблоневые сады. Отдельно старые дикорастущие яблони считали священными деревьями, им поклонялись и приносили жертвы. Человек, срубивший такую священную яблоню, по представлению древних, должен был неминуемо погибнуть. Магическую силу приписывали даже отдельным веткам. Символ молодости и чистоты. Пройдитесь по яблоневой аллее, и вы станете чище, здоровее, благополучнее и счастливее. Цветок, соцветие, плоды. Лесная зона Тропарёвский. Вот там маленькие яблоньки такие. Красные. Мелкие. Я думаю, что весной это очень красиво. А там уже совсем мелкие выродившиеся, как облепиха. Ну и тут комплекс корона с той стороны. Такая зона красивая.